Кто хозяин в доме? Я склонен думать, что это я. Как-то у нас удачно получается распределить все обязанности, поэтому у нас совершеннейшая демократия. В нашем доме хозяин однозначно Алексей. Любимая вещь в доме? Моя любимая вещь в доме – это, наверное, диван, с которого мы любим смотреть наши любимые фильмы и сериалы. Любимая вещь в доме у Алексея – это планшет. У Кати, я думаю, что любимая вещь, она совпадает с моей, это все тот же самый диван. Моя любимая вещь в доме – однозначно костеллаж с книгами. Назовите любимого литературного героя. Любимый литературный герой у меня – это, наверное, хоббит из произведений Толкина. Любимый литературный герой Алексея – хоббит. У Кати, я думаю, что любимый герой, возможно, это кот-бегемот из «Мастера и Маргарит». Мой любимый литературный герой – это, наверное, Гарри Поттер.